Итак, ну что ж, всем привет, с вами снова Михаил, и мы продолжаем проходить игру DMC Devil May Cry. И это, в общем, у нас 10-я миссия, или, в общем-то, 11-я серия прохождения, в общем, 10-й миссии, которая называется «Плохие новости», в которой нас ожидает битва с третьим боссом данной игры, Боб Барбосом, ведущим, в общем, новостей, и при этом еще лечимся демоном. Так, и, ну, вы, конечно, эту серию второй раз уже перезаписывал, первый раз меня записался не очень удачно, я решил перезаписать более качественно. И к видам я уже, в общем-то, из рейтинга типа, сам набрался в этой миссии. Прокачан так оно уже лучше, в общем-то, навык. Плюс теперь еще 3 очка навыка есть, хотя в прошлой серии мне так-то набрался всего лишь одно очко, которое можно было потратить на, в общем-то, улучшение навыков. Так, прокачал тогда я, в общем-то, арбитра полностью до конца. Навык дрожит уровень 2 полностью. Так-то все, навык, в общем-то, арбитр у нас полностью прокачан. А, тогда мы добавку, думаю, еще прокачаем лучший меч, которым мы тоже часто пользуемся. Можно тоже, в том числе, рулетку прокачать будет. И просто рубаку, чтобы больше уровня, чтобы больше урона наносился. Ну и в том числе, да, вот это. Смертельный виток до конца. Про это что-то забыл, в общем-то. Так, и в том числе прокачаем туда и Азирис заодно. Грабли, например, можно. Или, например, что у нас здесь лучше-то. Удвоение в воздухе. Да, вот сделаем. Вот так. Потом будем прокачивать дальше второй уровень того навыка. Так, ну что ж, начали тогда проходить эту миссию. Пока будет, в общем-то, будет сюжетный ролик. Смотрим его, пока помолчу. Я больше не сею насилие. Дальше мне нельзя. Спасибо, Финиас. Это не просто услуга. Я хочу, чтобы Мундуса уничтожили. И теперь я верю, что у тебя есть шанс. Что заставило тебя передумать? Ты прав. Ты не такой, как твой отец. Я вижу в тебе и твою мать. Ты хочешь нанести удар Мундусу? Есть один способ. У Мундуса практически безграничная сила. Но у него есть одна слабость. У него есть слабость? Да. Его любовница, Лилит. Его слабость в том, что он любит ее? Мундус любит. Нет, друг мой. И все же, недавно она стала для него самой важной вещью в мироздании. Вот что я видел. Лилит, его любовница, носит его дитя. Его наследника. Хочешь нанести удар Мундусу? Убей, Лилит. Убей дитя. Ничто не доставит ему большей боли. Но учти, ярость Мундуса безгранична. Тысячи могут погибнуть. Ну что ж, поехали. Начинается у нас миссия необычная. Мы находимся, в общем, вверх ногами, ходим по этому мосту. Это управление еще как тут тоже вот, сделал тоже необычно. Видно, в общем-то, он идет как бы в одну сторону, постоянно нужно нажимать все влево, чтобы он. Но. Не знаю, с моста не соскочил. В результате. Наконец-то я привлек твое внимание. Ну, миссия, конечно, коротенькая, пройдем мы где-то ее. Чё-то нечаянно упал. Блин, здоровье.
Еще это сговорился, конечно. Миссия очень такая коротенькая, пройти можно за 20 минут примерно. Даже меньше. При этом ходить так-то ее модим 100%, но здесь кольцо на предметов нету. Ничего искать не надо. Только лишь пройти, в общем-то, ее без смертей. И при этом очень быстро. Ну и, конечно же, набрать очки стиля побольше. В общем, идем в резиденцию этого заседающего здесь демона Боба Барбоса. Локация очень такая, просто план дизайн очень красиво. Костюм даже очень необычный. Как будто мы находимся внутри прямо. Как будто мы находимся внутри прямо телевизора. Ну и телевидениями. Ой, чуть мы не соскочили. Да, дизайнер просто молодцы. Постарались просто на 5 баллов. Даже на 10 баллов. Так, ну все. Идем к нему прямо в гости. Битва скоро начинается. Это Боб Барбас. Просто выполняю работу Бога. Эй, Боб. Зацени-ка. Лично я считаю, что террористы отвратительные, унизительные, ужасные, мерзкие, похотливые, а главное, тошнотворные создания. Но самый худший из них, Данте, мир был бы лучше, если бы его не существовало. Я снимаю тебя с эфира. Ты так думаешь? Я бы не был так уверен, маленький кусок дерьма. У тебя нет ни силы, ни ума. Ты жалок и глуп. Так, это сейчас привет. Ну как Ярикс переключится? Быстренько. При этом мышка может здесь, в общем, так-то во время этих действий не управлять. Так, все, поехали. В общем, бьем его кулаками Ярикс. Во время, в общем, прыгаем, когда он там. Когда, в общем-то, он пытается ой, урон нанести. Ой, тихо, сложно. Информация сила. Получай, гаденыш. Все, первый этап закончен. Очень, в общем, очень скоро. Ну, почти что. Получи! Мы заполучили шокирующие кадры, на которых запечатлен террорист, известный как Данте, связанный с событиями на пирсе Белловью. Итак, что же нам известно об этом Данте? Несколько людей уже пришли с показаниями. Исследователи воссоздали полную историю насилия. В возрасте 8 лет он напал и убил главную сестру в приюте Святой Ламии. Ой, ты. Ее описывали как милую старушку, которой ну, очень да, конечно. Нравилось работа с детьми. Между 11 и 15 годами он совершил побег не менее чем из 8 учреждений для несовершеннолетних правонарушителей. Часто жестоко обращался, совершал дикие атаки против тюремных офицеров, которые просто делали свою работу. Около 17 лет он связался с бандами, продавал наркотики и, предположительно, виновен в десятке убийств. Но хуже всего то, что в бедных районах города он также был печально известен как разносчик самых ужасных венерических заболеваний. Разве они не самые лучшие? Так, отлично.
Следует поосторожнее быть. Да, блин, чердыре. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Еще на околке у меня уже работает же. Так, осторожненько. Получай, гаденыш. Снова пока Америкса, в общем, добьем его. Ой-ой-ой, тихо. Ой-ой-ой, так тихо. Там надо чем-то немножко здоровье восполнить. Заодно. Получаем. Воспользуйся немножко, в общем-то, Эриксом. Ой, не Эриксом, этим. Краским курком. Здоровье восполнить. И пройти второй этап тем самым. Так, видимо, он осторожнее будет действовать. И он просто начал убивать. А потом посмотрел мне прямо в глаза. Это было ужасно. У него явно взгляд, как у педофила. Я видела, как одна девочка умоляла о пощаде. Но он сказал, что убьет ее в любом случае. И потом он убил ее. На самом деле. После этой атаки мы можем предполагать, что Данте входит в террористическую организацию под названием Орден. У меня послание для Ордена. Весь мир ищет вас. Каждая камера на каждой улице, каждый полицейский в стране и по всему миру. Мы найдем вас. Ой, задел все-таки. Жалко. Хотя, конечно, сохранить этот. С вами был Боб Барбас из Raptor News. Просто выполняю работу Бога. Эх, не успели набрать немножко еще. Куба. Я прерываю эту передачу для экстренной новости. Убежище террористов, которые ответственны за недавние теракты, нашли. И сейчас спецотряд полиции штурмует его. Нет. Как я сказал. Двое террористов с этих снимков находятся в здании. Ублюдки. Третий террорист был окружен в другом конце города во время особого полицейского рейда. Будьте уверены, их привлекут к правосудию в любой момент. Живыми или мертвыми. Это Боб Барбас из башни Raptor News. Просто выполняю работу Бога. Третий этап, в общем, поехали. Хотя, конечно, в общем, без смерти, но не получилось. Все-таки. Получай. Насранец ты. Получай, гаденыш. Так, ладно. Сейчас тебя добьем. Хорошенько. Чёрт, я хотел... Сейчас активировать, всё-таки. Да, здоровье, конечно, есть. Быстренько переходим к следующей, третьей. Да. Спасибо огромное. Засрань, все-таки. Засрань-то все-таки. Получай до конца. Ну, все. Битва с боссом закончилась. Охренная новость, Боб. Ты уволен!
В общем-то, все. Попробуй сделать шаг, если хочешь. Ты уже проиграл. Так, мы посмотрим на статистику в результате данной миссии. Миссия завершена. Так, очки серии 161S. Время 7 минут 2S. Ну, конечно же, 3S по завершению. 100%. Так, 9000. Поиск предмета 0. Смерти 0. Ну и 1С. Мы сами в результате мы получаем. В итоге. Ну, неплохо прошли тем самым миссию все-таки. Хотя одна смерть все-таки была. Ну ладно. 2 очка лучше не потом потратим. А при прохождении, при начале прохождения следующей миссии. Это пока что все. И если вам видео понравится, если хотите продолжение данного прохождения, то ставьте лайки, а так обязательно, и оставляйте комментарии обязательно. С мнением, точки зрения насчет моего прохождения, моих комментариев, свои советы, свои пожелания, в общем, свои впечатления при прохождении, при первом прохождении данной игры. А это пока что все. С вами был Михаил, всем удачи, до скорой встречи и всем пока.